Многодетных семей Алданского района наградили подарками и благодарственными письмами. Чествование прошло в здании библиотеки имени Некрасова. Подробнее о празднике расскажет Татьяна Вахнина. Семейным теплом и нежностью наполнилась в обычный будний день библиотека имени Некрасова. В актовом зале состоялась торжественная церемония чествования многодетных семей Алданского района. Главными гостями стали 11 пар. Все они успешны в профессиях, деятельны, активны и жизнелюбивы. Супруги вместе не один десяток лет. Вырастили детей, многие уже бабушки и дедушки. Вот этот человек, приехав на Алданскую землю в 79 году, на третий день предложил, вот видите, как трогательно, предложил мне выйти за него замуж. И вот 38 лет мы вместе. Церемония чествования семей прошла в рамках празднования Дня семьи и Дня славянской культуры и письменности. В этом заключалась знаковость праздника. Славянские народы сильны семьями и крепки традициями. Все это очень взаимосвязано, все крепкие семьи идут из древля, и религия непосреднюю роль имеет в воспитании подрастающего поколения, поэтому эти вопросы сегодня тоже охватим. Торжественную церемонию вручения подарков и благодарственных писем от главы муниципального образования Алданский район продолжил концерт. Любви, счастья и согласия парам пожелали творческие коллективы и артисты Государственного концертного оркестра Якутии. К поздравлениям присоединилась и молодежь. Сегодня у нас на мероприятии также присутствуют студенты нашего политехникума. Это будущие наши семьянины. Надо делиться положительным опытом многодетных семей. То, чем занимаемся мы сейчас в районе. Житейских сложностей, с коими сталкивается каждая семья, немало. Однако все они преодолимы, если в доме царят лад и любовь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.